Намаскар, друзья! Сегодня мы поработаем медитацией, которая называется «Очищение от недобродетелей». Эта чистка будет направлена на очищение ментальных полей, удаление ментальных паразитов, на удаление ментальных вампиров, которые именно воруют вашу ментальную энергию и заставляют вас страдать и принимать глупые решения какие-то в жизни, да, делать неправильные выборы и так далее, да. Поэтому вот по образу и подобию, так же, как мы с вами работаем, мысленно открываем тысячелистный лотос, да, и принимаем энергию. Вдох, энергия заходит до груди, выдох, выходит через точки юньцуань, да. То есть энергия циркулирует. Вы спокойно и расслабленно пребываете. Ну, если можете сидеть в ситхасане, если не можете, садитесь в пятичленную позу. Если совсем не получается, можно сесть к стеночке, да, ножки вытянуть вот таким вот образом. Да. Можно сесть на стульчик. То есть различные способы, но самое главное, чтобы ваш позвоночник был при этом прямой. То есть это основное. Итак, мы начинаем.
Благодарю вас, мои хорошие, и до новых встреч.